уже, на бок. Стреляем. Пошли. Пошли вот так. Ребята, здравствуйте, ребят. Помогите, пожалуйста, новичку, ребят. Я с ножом. Привет. Давайте вместе, ребят. А микрофон есть? Гангстер, здесь вашу каждого. Чем так делаешь? Надо целиться, брат. Алло. Привет. Я говорить могу. Здорово. Мы сами новички. Хорошо, ребята, а что вы тут делаете? Ходим. Ну, квесты, может, какие-то выполняете? Нет, просто ходим. Лутаемся, да? Да, лутаемся. Хорошо, это с вами хорошо? Не убивайте, пожалуйста. Там ботиков какие-нибудь подлутать бы, ребят. Ботов убить бы. Ты знаешь, где они спавнятся? Да, пойдемте, покажу. Пойдемте, ребят, покажу. Вот. Пойдемте за мной. Там опасно, там сейчас нас убьют фулки. Меня в прошлом рейде там убили. Пойдемте отсюда. Вы здесь залутали бочку? Бочку вот здесь залутайте. О, спасибо. Вот справа сейчас боты будут, аккуратненько. Вот слева. И за забором еще боты, ребят. Бьют, не бьют. Они еще не появились. Пойдемте еще одно место посмотрим, схроны посмотрим. Пойдемте сюда за мной. Мы потеряли друга. Друг, пойдем, друг. Вот здесь внизу еще два схрона. Лутай. И второй за мной пойдем, еще покажу сейчас. И вот еще один, смотри. Что, было что-то толковое? Убил его. Убил, 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 убил его. А еще есть. А ты свой, я свой, свой, извини, 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 извини. Да. С другой стороной. Убил, 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 ребят, убит, убил его. Ты живой? Извини, пожалуйста. Еще убегает один, еще убегает. Ты у меня руку простреляй. Извини, пожалуйста. Ребят, когда лутаться нужно, нужно ложиться, а то вам голову поставят. Ложитесь, ребят, когда лутаетесь. Я, по-моему, кого-то слышал. Справа. Да, он справа был. Аккуратно, аккуратно, он справа был. Это посмотрю, убил я его или нет. Он убежал, ребят. Пойдемте в другую сторону. Тому, нашему другу ногу выбили. Черную? Черную? Да, да. На, держи. Ай, блин, у меня нет нифига. Так, сейчас, сейчас, подожди, сейчас. Черная нога. Чего, что он не сказал? У меня было две штуки CMS, я их использовал. На, вот эту штуку используй, помашу и выкинь обратно. Так, все, пойдемте дальше лутаться. Аккуратненько. Спешим. Не бегай, не бегай. Просто ходи. В этом здании, в этом называется библиотека. Разведданные бывают, медицины очень много, саливы по квесту. Здесь частые файты, ребят. Спасибо. Здесь прям очень часто дерутся. Уходим, пацаны, уходим, уходим. Ребят, ну здесь новички, ребят. Здесь новички, не стреляйте. Не стреляйте, здесь новички. Уходим, пацаны, они плохие. Уходим, 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 уходим. Три фулки, хкшки, мкшки. Шлемозабралом. Прям под ноги упало. Да, может, че так, ребят. Может, че так. С меткой гранаты прям под ноги. Короче, искал помощника, в итоге сам стал батей, короче. Мамой уткой. Привет, я без оружия, привет. Не-не, бери автомат, бери, брат. Ты поможешь новичку? Ну, я сам как бы не очень. Давай вместе, братан, попытаемся что-нибудь сделать. У тебя какой квест? Пойдем. Мне в общагу надо, но потом. На полутаться сначала? Тебя как зовут? Ну, так-то Максимка. Максимка? А я Никита. Будем знакомы. Тебе надо этот забрать, что ли? Да часы надо забрать с фуры. А, с фуры? Какая-то фура где-то стоит. И надо найти часы в куртках. Пошли, я знаю. Или ключи. А, у тебя ключа нет? Да, какой-то ключ надо где-то взять. Блин, надо идти в этот тогда в общаге. Там опасно, там страшно. Может, давай полутаемся, чтобы какой-то у нас кулу с тобой был нормальный, потом пойдем? Не знаю, я могу сходить, в принципе. Если я сдохну, можешь пойти меня залутать. Ну, только застрахованный, чтобы тебя раскидал. Да не, я эту... Все равно экипировку с отступников налутал, если что, приду еще раз. Фига ты, фулка. Ты отступников уже убиваешь? А я там на минах взрываюсь постоянно. А так там это, специально просто путь есть, по нему идешь и все. Там могут ЧВКшники, конечно, повыше. Ах, помешать, блядь, заговариваться. А что, дверь открывается, что ли? Ну, иди комнату залутай. Чуть не спалился. Чуть не спалился, он не понял, что я открыл. Чуть не спалился. Так, а как гайки на болты накрутить? А тут нельзя. В смысле нельзя? Ну, это не такая игра, что...
болты на гайки. Прицелы на автоматы можно, а гайки на болты нельзя? Нет. Это какой-то сюр. Ладно, пойдем. Это что было? Это проблема. А? Это что было такое? Гранатомет? ЧВКшники. Это был гранатомет? Да. Жесть. Это, Макс, а можно вопрос тебе, Макс? Как посмотреть, сколько патронов в пистолете, Макс? У тебя это, на что забинжено? У меня просто по-другому. Ну, посмотри, в пистолете сколько патронов у меня? У тебя магазина нет. В смысле нет магазина? А я думаю, чё мне не... Я забыл. Там один патрон заряжен, патронник. Чё, получается, один шанс у меня? Может, мне ствол надо раздобыть? Может, убьём бота какого-нибудь? Не знаю, пошли. Может, по пути найдем. Блин, опасный пистолет. А у тебя какой здесь квест? Ну, вообще у меня вот двухэтажный. Надо водичку найти. Так, сейчас да, на ключ взять, да? Надо... Ключ надо взять? Я взял. Пошли. А, взял? Хорошо. Там в двушке, вот там в двушке что-то, там в двушке что-то стреляет. Пойдем отсюда быстрее. Пошли быстрее отсюда. На, забери, а, ну ладно. Где, чё это было? Пошли. Я другой пистолет взял, тут патроны есть. Ну, хотя бы обороняться сможешь. А, там тип! Уходим, ну его. Фулка большая. Ой, кажется, у меня встал. Ты убил его, хорош! Ай, хорош, красавчик! Пошли вот так. Вот она, жизнь новичка, ребята. Вот она, жизнь новичка. Пошли лутать, и тип сидит, короче. И тип сидит в дельте. В общаге в двушке был пацан, короче, с МК-47. Судя по выстрелам, там была МК-47, ребят. Поэтому хорошо, что мы не пошли в двушку. Забей на токсика, никто из тебя не погибает. Какая разница, где он файт примет. Ну, пацан бежал в двушку, там была МК-47. Он в любом случае бы, ну, 50 на 50 было у него. Как он фулку здесь перестрелял, красавчик. Пацан молодец. Я хочу показать, что, ребята, ну, сколько у нас людей помогает новичкам. Стоит вообще верить людям. В первой катке у нас... Пацан нас убил за кабель. За военный кабель нас убил пацан. В первой катке. Мы увидели, что из 6 рейдов одна гнида. Так, сейчас попробуем с кем-нибудь познакомиться, подружиться. Привет, здесь? Дружище, ты тут, друг? Ребят, не стреляйте, ребят. Да, не... А уже на пол. А я с ножом иду, с ножом, ребят. Я новичок, ребят. Спасибо, что не убили, ребят. Царапай. Мы на месте. Ого, это что-то ствол такой. А что за прицел? Ты говоришь? А что за прицел такой интересный? Первый раз такой вижу. Клир. Возьми и пушку с этого дикого. Можно, да, ребят? Да, бери. А вы меня не убьете, если я буду с пушкой? Нет, конечно, ребят, я, по-моему, стрелять не буду, вы меня жизнь спасли. Я все оружие просрал, пацаны, я не знаю, как в Тарков играть. Помоги вот этого чувака прикрыть, он уже слагает. Прикрываю, хорошо. Давайте я вперед пойду, чтоб меня по мне стреляли. Ну, вроде нормально. А там видел, там с тобой чел бежал. За мной чел бежал? Пацаны, ствол не стреляет, какая-то красная лампочка была, что делать, пацаны? Красная лампочка светится. Короче, нажми L, L нажми, английскую. Да, не подача патрона какая-то. Alt или Shift T или Ctrl T, я не помню. Alt T? Во, что-то делает. Фух, спасибо. А что это было? Ой, спасибо большое. Ребят, дай бог вам здоровья. Да, без проблем, что, пошли в библиотеку, там поводаться. Тут какая-то умка, сейчас я умку возьму эту. Короче, это здание походу Улзан. Можем идти отсюда. Брат, а может тебе дробовик дать какой-нибудь, что ты с тозом не бегал? Я помню, с тозом ходил, такое говно оружие вообще. На, держи дробовик лучше. А что ты скинул? Ну, он уверен, что он убьет? Я просто помню, стрелял с таким оружием, он никого не убивает вообще. Так, у тебя что там? У тебя там, скорее всего, это дробь заряжена, ты по ногам стреляй. По ногам? Выстрел светил, бьет в ноги. 5 выстрелов, хорошо, понял, постараюсь. Смотри, а у тебя дробовик, он... Ну ты, я думаю, понимаешь, что он у тебя на дальняк стрелять не будет. Ну да, конечно. Ты ему в упоре стреляй. Метров на 150, да, можно стрелять? Чего? Можно метров 150 стрелять, да? 150 чего? Метров или ближе. Еще раз. На сколько можно стрелять? Метров на 150 или дальше можно стрелять? Не, ну вообще, смотри, за ВК ты можешь стрелять метров на 10 максимум. А так, ну, не знаю, там, в зависимости от того же, сколько можно. 10 метров всего? Я в Call of Duty на 100 стрелял метров. Нет, оно не сильно эффективно, просто будет уже после... Пацаны, Салеву нашел! Салеву нашел! Мне по квесту Салеву надо сдать! Тапай! Ребята, а где какие-то часы на золотые забрать? Часы золотые. Ладно, хер с ними часами, давайте Салеву вынесем. Со мной!
За тобой? Все хорошо, за тобой. Давай, иду. Иду с тобой. Давайте на выход, ребят, давайте на выход. Ну, а нажми, короче, два раза на буковку О и скажи, какие у тебя выходы. ZB-013. Выход общаги ZB-1011, старая заправка ZB-1011. Через 50 или в день, ладно. Убил я его! Я его убил! Молодца! Красавчик! Лутайте, пацаны, забирайте. Лутай, это твое, ты его убил. Да? Убил. Спасибо. Да, это твое, ты его убил, хотя пока не даже дом глянул, но все равно бери. У него снайперка, возьмите снайперку. Ребят, заберите себе снайперку, гляньте, какая снайперка классная у него. Ну, да, может, взять пистолет. Да заберите, ребятки, заберите. А че я не могу разгрузку взять его, ребят? Разгрузку себе в рюкзак, она тоже хорошая, 5-й класс. Водички не будет, вот наша. Да, да, тут вода есть, ребят, тут вода есть. Сейчас дам. Русы, пейте воду из Байкала. За вас из Кавказ. Далее какая классная снайперка, вообще. Сапсоник, это хороший патрон? Сапсоник, у него отдача низкая, в принципе, неплохой. Третий класс пробивает, среднячок, пожалуйста. Пойдемте быстрее на выход, надо все вынести, пацаны, надо все вынести. Ого, фулка, еще одна валяется, да? Возьми шлем с него, он полезен будет. Вместо моего? Не, просто возьми себе рюкзак с места. А у меня места нет, ребят. 100 за херач. Я 300-й! Да, ты прав, слушай, дровик не стреляет на такое расстояние. Просто это терпи, пока мы сейчас тут разберемся. Хорошо, хорошо, терплю. Я убил дробаша его! Наконец-то он теплакт. На калаш нормально идет. Говорю, тебе есть какие-то квесты на таможне? Ну вот этот ключ, который нужно забрать, какую-то часы. Вот, часы. Вот эта машинка. У тебя ключ есть, нет? Нет. Пошли, когда его забираю, сообщение. Куда, в общаге идти, да? Там же опасно, ребят. Нас там убьют. Да, не знаю, там, возможно, уже немного людей сидит. Да, в принципе, сейчас разберемся. Ребят, я обошел. Я не могу перепрыгнуть, я обошел. Я здесь, не бейте. Не убивайте, ребят. Я здесь, я обошел. А, все, молодец. Да я не мог перепрыгнуть, пацаны. Говорю, сейчас будет интересное испытание найти этот ключик. Потому что я не учу. А, да, это натуре, это испытание, реально. Сука, он прикиньте, живучий тварь. Лучше бы я дробаш взял, дробаша его убил. Пацанам респект. Пацанам просто респект. Пацанам респект очередной раз. А вы говорите на очков, ребята. Какая-то 5-я катка. Ребята, красавчики. Заметьте, я несколько раз им говорил, ребята, пойдемте типа на выход. Ребята, пойдемте на выход. Они хотели помочь очень сильно. Поэтому ребятам, ну, респект, уважение. Ребята, красавчики. Нет, я же вам обещал, что будет топ-контент.